Он их ждет, он их ждет. Из глушителя работает, интересная острота. Вот просто острота. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Я пока домик разберу. Он же вам не нужен, я так понимаю, да? Необучаемые. Я понял. Ну теперь я понял. Раз, два, Доталова, Бабай и Диспирейд. Они, судя по всему, играют втроем. Всем здорово, с вами админ Бэшик, админ проекта серверов Бирс. Летал по серверу, смотрел, что делают игроки, думал, может, запишу какой-нибудь интересный контент, PvP, рейд или еще что-нибудь. Тут было небольшое PvP, и я как-то обратил внимание на ники, что как-то вот что-то не сходится. Не мог понять, что, пока не понял, что да, как я вам ранее говорил, вот эти ребята, судя по всему, играют вместе. Сейчас, видимо, намечается еще одна заруба, вот мы и посмотрим, что будет. Если ребятки, конечно, откроют огонь, но они, видимо, убегут. Если они убегут, то я просто сам впишусь, попробую зарубить с этим товарищем или вот с тем, просто пошумлю и посмотрю, что будет в итоге. Ага, ребятки бегут, чтобы... Что? Ребят, вы, наверное, спросить хотели, да? Когда вайп на проекте серверов Бирс? А он в момент выхода этого видео, не забывайте. Ага. Я не знаю, сколько времени прошло. Эти ребята не АФК, постоянно что-то делают, то шкафчик ставили, то еще что-то. Этот же товарищ стоит АФК. И знаете, есть один интересный момент, я тут залетел внутрь, решил почекать поподробнее его дом. Бабай, Доталова в этих дверях, да? Давайте шкаф проверим. Бабай, Доталова. И Диспирейд. Что там в ящике у нас прописано? Ну, в общем, вся пачечка в ящике прописана. Когда я сюда подлетел, у меня запись была немножко выключена. Я, знаете, что заметил, наверное, что и вызвало некоторое подозрение, что Бабай здесь так вот крался к этому дому, этот был на крыше, он его увидел, посмотрел на него несколько раз, но ни разу не выстрелил. Я думаю, ну ладно, может, просто не хочет или, ну, какие-то другие причины. Я уже дом себе тут подстроил, чьим-то развалин. Сделал такую штуку себе. Езжай сюда, давай. Так. Опа, едем вниз. О, комфортная кибитка у меня. Шолем, прием, прием. На связи? Я оставлю твои ресы, кирку, вот это все добро, что ты там потерял на крыше. Но он сейчас вот пока стоит. Забери это сами его ресы. Один из тех троих убил игрока из этого дома с ником Шоулем и решил ему ресики вернуть, потому что не нарушают лимит, а он просто пробегал мимо. Вот это да, он задвигался. Надо полагать, теперь эти товарищи воевка. Он, значит, задвигался, а они наоборот... А, ну ладно, тоже двигаются. Тут еще проблема в том, что у нас темнота кромешная. Я тут стреляю, и все подряд. Ко мне этот день включен. А, ясно, хитрая я морда. Ну что, морда, как оно? На крышу идешь? Я тебя жду. Ну, тут все сделано для комфортного подъема на крышу. Специально, чтобы дольше подниматься. Так, давайте-ка посмотрим. Во-первых, сделаем посветлее. Что у нас получается? Их он не трогает. Они его тоже не трогают. Надо немножко его подбайтить. Валяйся, дружище. Просто челик накидаем. Зови друзей на помощь. Давай. Братишки сейчас прибегут на помощь. Давай, вызывай, ребят. Позиция, конечно, у меня скверная. Отлично, первый пошел. Надо бы немножко ребят раззадорить. Больно какие-то дерзкие они. Отлично. А хозяин просто АФК встал. Это что, сейчас с крыши будете меня жать, да? А ты-то чего ждешь? Че сидишь? Ого, вот это прожимчик был. Вот я понимаю. Давай, выходи, помогай друзьям. Выходи. Смотрите, сейчас он не будет по нему жать. По крыше не стреляет, хотя мог бы. Почему? Ведь по сути, если бы это был не его напарник, он мог бы спрыгнуть в результате его напарника. Именно того, с кем он играет. Но он этого не делает. Вот, видите? Отсюда смотрим. Ой, какая хорошая Тима. Ребятки, ну чё ж вы так-то? Ну вот, собственно, все классно у ребят. Друг дружку мы не трогаем. Понял? Ну что ж, раз вы не трогаете друг дружку, я трону ваши дома. Не, ну а чё? Могу. Раз вы по-хорошему не хотите, я тоже по-хорошему не буду. Часть домика уехала у ребят. Ой, а чё такое? Мы тут уже вместе, да, тусуем? Нормально. Понял. Хорошо. Прячься там, дружище. Прячься уже. Что ты вылазишь? А ну-ка. О, ребятки, вот это уже красиво. Поменяли тиму.
Давай, давай, зажимай, зажимай, зажимай. Я пока домик разберу. Он же вам не нужен, я так понимаю, да? А, они, походу, здесь перерабатывают. Еще своего нет переработчика. Промокод от проектов Бирс в описании. Поняли, ребят? Промик на экране и в описании под видео вместе с IP-адресами для подключения. Врывайтесь. Так, надеюсь, никто ничего не видел. Тут часть домика пропала. Миша, 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 ты не видел ничего. Просто проходи мимо, ничего не произошло. Я тут домик подразобрал немножко и печку сопрем. Ой, возможно, что-то увидели. Сейчас будет реакция. Ну или не будет, не знаю. Просто часть дома исчезла. Ну-ка, ребят, как оно? Дом в разрезе. Обычный чертеж. Масштаб 1:1. Ой! Что случилось? Что случилось? Что произошло? Эх, ты ж не видишь, что тут со стороны произошло. Тут уже как бы часть дома ушла. А знаете, что самое интересное? Это, в принципе, почти всегда так случается. Если сейчас попытаться с ними поговорить, они скажут, что это не нарушение лимита. Вы неправильно поняли. Вот всегда так. Примерно в 12 из 10. Так, а что они тут делают? А, пытаются построить. Ну, я немножко еще домика у них отжал. Думаю, рано или поздно они заметят, и тогда будет что-то интересное. Тут, я так понимаю, ребята, ничего не получается. Ага, ага. Давай, попытайся поставить. Давай, давай. Ты справишься. Ага, ага. Я смотрю, ставится вообще отлично, да? Очень странно. Реакция от того, что у него сломалась крыша под ногами, никакая. Он просто обратно поднялся и дальше чекает ребят. Вот просто обратно и все. Ой. Ой, он походу что-то понял. Так, ну да, тут части дома нет. Эх, ребятки. Как же это весело. Здесь тоже весело. Застроить-то вы это не можете, а пытаетесь. Я, кстати, знаю еще одну отмазку. Если их сейчас вызвать на разговор, они, скорее всего, скажут, что это их друг, который не умеет играть в Rust, у него там 10 часов, и они решили его поучить играть в Rust. Что-нибудь отцепите? Вымогатель мелкий бегает. Поработали над нами. Ну вот как раз нас... Да, как раз вот ты же не с нами, будешь этот, все рейсы наши заберешь. Они все поняли. Ладно, все поняли, МЛРСчики на ходу. Да, этот готов. Этот я ломать не буду, ребятки, а то придется на новую мышку собирать, потому что колесико не вечное. Ну чё, как оно, ребят, как оно, расскажите. Понял, понял. То есть вот так хочется, да, на гренках. Ты лучше скажи, зачем ты нарушал, вот просто интересно, зачем? Дружище, у тебя на Макс 3 5 человек играет. Что нам делать? Ты пойми нас тоже. Не пойму. Вот это, кстати, самая банальная отмазка. Вот у всех банальная отмазка. Если ты их вот сажаешь на унитаз, они говорят, что слушай, а у тебя там-то нарушают. 5 человек-то, 5. Ну, там так ты их зарепорти. Играть. Так ты их зарепорти. Либо скиллом вывези, либо зарепорти. Ну, стандартная отмазка 2. Я ютубер. Первый пошел. На, ютубер, и что теперь? А этот просто вышел. Понял. Раз, два и три. Все в бане, все хорошо. Сервер стал чуточку чище. Отмазка, кстати, ребята, как я и говорил ранее. Ну ладно, я не угадал. Я не угадал, тут другая отмазка. Тут вот там-то тоже есть нарушители. А вот мы нарушали, потому что там есть нарушители, чтобы противостоять им. Да, ребятки, надо всегда вот эти процедуры проводить. Особенно с турелями, которые под землей, вот они опаснее всего. Давайте напишем в чат небольшое сообщение, чтобы ребята знали, где забрать рез с того дома, потому что, как я понял, туда никто не прибежал. Да, такое бывает, поэтому... Опа, все, теперь здесь будет экшон. Кто прибежит, кто заберет, тот заберет. Опа, дождался бедненький, столько сидел, чтобы вы понимали, ночь... Поэтому он ждал до Талова и дождался. Урвал свой кусок лута. Где ты живешь, дружище? А, вот так. Или это не твой дом? Ага, снарядился, все, поднялся. Сразу видно, от двушки до одежды. Он уже идет за тобой. Угу, ты его ждешь, хорошо, хорошо. Не, он далеко от дома не отбегает. Все, забил на поиски. Да ладно, вот так вот резко, быстро. Ну-ка. Опачки. Сорвал попытку рейда. Я, походу, понял, в чем суть.
Игрок с ником Кабан с того дома рейдил вот этот дом, по крайней мере, начал рейдить. Двери, как видите, нет. А может и нет. Нет. Скорее всего, это дом не этого товарища, а просто чей-то дом. Он начал его рейдить, а этот прибежал на антирейд. Интересная история у них тут завязывается. А-а-а, он сверху идет. Интересно, интересно. Что у нас? У нас уже относительно светло. Так-так-так, сейчас будет заруба. Давайте посмотрим. Двушка против лука. Он его не увидел, походу. А этот все понял. Забрасываем. Ага, ага, ага. Он может оттуда, опачки, пошла заруба. Так, и кто кого? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, битва на луках. Опа, разменчик. Ну, это его позиция снизу, но интересная. Он может с двушки его законтрить, а тот только с луком. Давайте подлечу сам, посмотрю, что тут по луту. А, тут нормально, что-то интересное. Что-то было, наверное, интересное. Ого. О, пистолет поднял. О, как видите, был без одежды, а уже с пистолетом. Еще и в броне. Легкой, но броне. Промазал, ни разу в него не попал. Так можно и отдаться лучнику. Решил чат почитать, а кабанчик все, проиграл. Вот такая вот битва. Вроде ты кепка, а вроде ты уже и рейдер. Хотя предыстории мы не знаем. Получил репорт с первого берза на игрока с ником AUSKE. Пусть вот так вот это будет читаться. Написали, что он ВХшник. Статистика в магазине говорит о том, что он не наиграл еще и часа. А Steam профиль, ну там не видно часы в расте. Поэтому давайте понаблюдаем. Ребятки, конечно, я смотрю, не парятся. Так, кто в этом доме живет, надо посмотреть. Ага, вот эти ребята, которые бегут, они здесь и живут. А где, интересно, его дом? Учитывая, что у него там буквально 7-8 киллов и одна смерть. Он их ждет, он их ждет. Из глушителя работает, интересная острота. Вот просто острота. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Ребята, учитесь вы на тактику играть. Ну зачем ты сразу лезешь? Он же кроет. Подожди, подкрысь. Просто один зашел, второй зашел. Да. Ладно, как бы нам так его подагрить? Надо где-то сишку что ли выбросить, сачельку. А домов рядом нормальных по высоте и нет. Ну как обычно. Это его напарник что ли? Почему он его не тронул? Интересно. Ага, говорит, бери калаш. Надо запомнить, скиф айрон, да? Так, а ну-ка, попытка номер, я не знаю какая. Ребят, давайте, покажите класс, еще раз так же сделайте. Страта поинтереснее. Теперь, ребята, да, во-во-во, вот с этого и надо было начинать. Гранату туда кидай, да. Вот это да, бабовка не долетела, но взорвалась сразу. Рядом тоже стоять нельзя, выбегут и спилят сразу обоих. Надо держать дистанцию. Ага. Не, ну тут ребята тоже непростые, вон. Давайте включим. Ну он уже фокусит, потому что лестница одна. Понял, о. Видите, как быстро обучаются? Один раз получили, второй раз уже не делают. Ясно, наигрался. Посмотрел статистику его напарника, наигран день, смертей побольше, киллов еще больше. То есть он уже опытный. Ладно, попробую под крадули отыграть. Но ребята будут, конечно, не оставлять попыток добежать. Это факт, поэтому я где-нибудь вот здесь появлюсь. Хорошо, я вот так вот немножко по АФКшу. Давайте посмотрим, будет ли он зыркать в мою сторону или нет. Ребята хорошо обучаются, кстати. Посмотрите, это третья попытка и уже все по-особенному. Вот сейчас второму надо было жестко ворваться. С СМГ он бы, скорее всего, забрал. Хотя нет, не забрал бы. Там неудобная позиция, прям максимально неудобная. Зыркнул немножечко в мою сторону, но это было максимально неявно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он их уже прямо ждал. Ого! Зеленка. Это было сильно. Ну, вообще он интересно префает. Он его, конечно, увидел. Через вышку. Да, опа. И просто ваншот. Он по чисту попал несколько раз глушительно. Интересно, конечно, стреляет. Некоторые странности есть. Крадется на корточках. Он просто чекает вход, но не чекает его напрямую. Если у него опять же есть чит, он его уже давным-давно увидел. При этом можно даже не смотреть на него просто краем экрана. Не торопится рашить. Быстро ребятки учатся. Опа! Ну, префайт он гениально. Мне кажется, он реально может с ВХ играть, но играть максимально качественно. Я вот там вот стою, вдалеке. Вон я. Вот, стою, смотрю на него. За все это время он файтился только с товарищем на крыше, и на меня внимание примерно ноль. Что говорит о том, что либо он очень круто играет с ВХ, либо у него ничего нет. Все наблюдения за этим игроком успехом не увенчались, потому что играет он, ну, как бы обычно. И мне поступило еще несколько репортов.
Возможно, он подрубает в некоторые моменты. Давайте вызовем проверку и посмотрим на его реакцию, что будет. Ливнет, раскидает рез или пойдет на проверку. Это, походу, их большой дом. Ну, я не уверен, но давайте проверим. Да, это их большой дом. И вот их тиммейт третий. Здорово. Привет. Включай демку, показать экран. Сейчас, экран раз, или что? Экран просто. Дискорд можешь пока свернуть, в раз переключись. Инвентарь открой. Ну, тап нажми. Ага. Нажми на калаш мышкой, просто кликни. Кликни, да. Ага, хорошо, нажми на базуку и опять на калаш потом. Хорошо. Инвентарь закрой, нажми F8. F8 клавиша. Угу. И камера медленно вокруг себя покрутись. Угу. Хорошо. F7 нажми. Все, хорошо, закрывай. Нажми Insert, пожалуйста. Это там, где стрелочки сверху. Где? Ну, нажал. Ну, или Ins. Нажал, нажал, все, хорошо. Alt, Enter, Tier нажимай. Оплата инфо. Также в поиске можешь написать. Хорошо. Ну, давай сразу нажимай. Капчу разгадай только. Да, вниз крутани. У нас 01. Ну, давай на вторую страницу глянем. Хоть там и давно, но все же. CSGO нужен? Я вижу, вижу. Нет, не нужен. Вернее, еще на первую страницу, пожалуйста. Угу. Хорошо. Также в поиске можешь бить FunPay. Я знаю. Хорошо. Покупки. Покупки слева у тебя. Да. Угу. Хорошо. Продажи, пожалуйста, открой. Хорошо. Корзину открой. Вытаскивай на рабочий стол. Чекер сверни пока. Чекер сверни. Ну, кнопку свернуть нажми, да, ну или вот сдвинь его, не знаю, как хочешь. No. Имейдж открой, пожалуйста, который на рабочий стол перетянул, да. Вот. На весь экран сделай. Ни черта не видно просто. Ну, на весь экран, да, разверни. Че. Ясно. В общем, два файла чита и, наверное, инструкция по запуску. Прикольно. Как я понял уже позднее, пересмотрев видео еще раз, он общался с техподдержкой тех, кто продает читы. И там говорилось о ключах. Если вы не знаете, в читах также есть аккаунты, как, например, в онлайн-играх или на форумах. Вы входите в свой аккаунт, вводите ключ, получаете определенное количество времени для использования чита. Например, один день, месяц, неделю и тому подобное. И вот в его случае что-то было не так с днями. Он просил с одного аккаунта перекинуть дни на другой аккаунт. Вот так вот. Вот так вот. Просто ливнул и все. Еще раз проверим его напарничков. Что у нас тут? Ну да, в принципе, все пачечка играют. Они даже, по-моему, этот еще не вышел, мне кажется, АФК стоит. Другой где-то здесь бегал. Хорошо. И вот этот товарищ, все. Значит, напарнички на 60 дней, а он навсегда. Давайте дом просто вскроем. Я не буду шуметь. Вот так вот сделаем. Дверки повыносим немножко. Вообще, можно проще сделать вот так вот. Что-то там сильно много. О, это что? О! Походу, нычка чья-то. Все, повскрывали, да? Неплохо так. Все, это был один дом. Я не знаю, что это. А, нет, я знаю, что это. Это их ферма. Это их ферма, да? Да, это их ферма. Тоже вскрываем. Дверки ломаем. Все, есть вход? Есть. Все, кто их дом найдет, того ресы и будут. Стоп, не все. Есть еще интересная башня. Тоже ведь их, правильно? Правильно. Вот. Так что тоже дверки поломаем. Ага. Пушка, скорее всего. Да. Ё-моё, а зачем? Зачем так много спальников? Серьезно, ребят, пишите в комменты, зачем им в одной башне так много спальников? Не, я понимаю, если прорвутся через первые две двери, сломают эти спальники, можно резнуться здесь. Но КД как бы никто не отменял. Я не оставлю своих зрителей без хороших новостей. Спустя несколько дней ему прилетает игровая блокировка. Ну так, и небольшой слоупок, скриншотик сделал, когда было написано 4 дня с момента последней игровой блокировки. Есть еще одна маленькая деталь, до этого аккаунта он играл на другом, но получил автобан сначала на первом сервере, а через пару дней на втором сервере от встроенного серверного античита. Да, на Берзе есть свой кастомный античит. И на том аккаунте тоже есть игровая блокировка. Вот такие вот дела. Слоупок слоупоком, а новость хорошая. Заставляет вас поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Спасибо. Куда я попал? Однако, здравствуйте. Я не знаю, как это комментировать. Возможно, это какой-то новый вид психологической атаки.
Жесть. Слышь, так он воздух набирает, чтобы повторить свою психологическую атаку. Во-во-во, работает. Ясно? Это я! Я понял. Вот это вот игрыш роли, вот это я понимаю. Мне кажется, он ошибся ярлыком. Нужно было идти играть в Roblox, но точно не в Rust. А он нажал на Rust. Ну, бывает. Нет. Нет. Отдавай мне весь свой скраб. Какой скраб, иди в очко, лысая дурочка. Нифига себе. Какой ты злой. Иди отсюда, какашка лысая. Понял. Давай, не догонишь. Давай, беги за мной. Ой, ясно, мимо. Понял, открыл ему дверь и убежал. Вот так вот, какая-то новая острота, да? О, да, full deep. А, нет, здесь двери закрыты. Да, full deep, да? Чё, full deep, ну? Еще и троллит их, приколист. Full deep, ну, да? Алло, алло, алло. Все, можешь шкелять. Я тебя не вытащу. Дай ресурс. Еще и угрожает ему. Не выходи! Тимай! Можешь шкеляться, я тебя не выпущу. Ну что, я тебя закрыл там. Что ты делал? Туда, ложка. Вот так вот, туда его. Ничего себе жестко. Да. 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 Это странно. Подписывайтесь на телеграм-канал Бэшика. Там проходят розыгрыши. Ребятки, ссылка в описании. Мой телеграм ценят игроки и подписывайтесь на него. Подписывайтесь и вы. Спасибо.